Опять нахуй не слышно. А ты кто? А, все нормально. У меня РК, блядь, багнулось что-то, ни хрена не слышно было. Вообще, блядь. Всем привет. Привет. Сумоньте. Не достаю слишком далеко. А у нас РЛ в гостиной в РК, это так и должно быть? Он сюда придет? Нет, он просто объясняет, короче, там, как заявку подать в РК. Я понял. Лёх, ты тут? Да, тут. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Так, меня слышно, да? Да, прекрасно слышно. Вы всех присумонили уже. Так, танк у нас Void Beast и Дарин он. Кай Мишка. Пятая пати стрелы. О, пащик оказалось хилит. Ты Алдеран, ты в РК, меня слышишь? Можешь сову спекаться. Потому что хилов хватает. Спекайся в сову, будет хоть одна сова, а то у нас только Мишка и кот. Никто не фукашите, пожалуйста. Посмотрим всех, мы присомонили. То вообще онлайна не было, то все позаходили, наверное, на РТ. Кто умер, вставайте, резайтесь, бейте. 20 секунд сверху прилететь. Давайте, отходите, делайте, доделывайте все свои дела. Идем только. Если кому-то очень нужно, чтобы боссом вы уже... Я буду кикать, если я проверю на АФК перед боссом, вы АФКшите, я вас кикну сразу. Вот есть еще желающие. Вот этот Дарин танк до конца будет, да? Дарин он танк, да, и Void Beast. Есть еще у кого-то спек? Танк. Ну, в принципе, есть. Что, Дашка? Пал. Тауфор. Так. У нас меньше, чем было. Отойдите от того трэша, не агри. Давайте вот этот добьем сначала, потом
такое бывает вообще? Ну, медведь на третьем месте. Что, согрели? Боже, да. Когда лишний трэш согрели. Сколько там людей сдохло? Не знаю, человек 5, наверное. Я 6.4-6.3 ШП, короче, обогнал автоатакой просто, и то не всегда бил. И я ДК там 6 лет тоже автоатакой обогнал. Звезду бейте пока. Войд, забей этих двух мобов, которые возле входа стоят еще тоже. Забирай всех, набирай игру, пока мы командира добиваем. Все, веди сюда их. Потом в обычку ЦЛК, да? Ну да, я думаю, мы если соберем онлайн, в принципе, позволяем. Если всех тех, кто сейчас туда плюсует, пойдут в ЦЛК, то пойдем, конечно. А Геру сегодня вынесем? Может, потом Геру соберу. Если себя будете хорошо вести. Ник ВРК Кавито, это кто? Кавито ВРК, оставь плюс в чат, пожалуйста. Вон этот маг это вроде. Зироку маг это ты, Кавито ВРК? У тебя один персонаж гильдии, да? Он только да, он мне говорит. Че, может, этого сразу убьем дракона? Да, давай трэш зачистим. Там все остальное. Там люди поуходили некоторые. Слишком далеко. Надо подождать. Изи Уэй, сколько у тебя ГС? У тебя Аршам только, да? Спек. 6К и Аршам больше нету, да, спек? Хорошо. Иди сюда, вот ближе. Уже убили командира. Они не будут ходить. Они багают? Да, они на месте стоят.
Идемте на Саян. Один паладин пройди, вообще круто. Дашкин, ты тут, ВРК, тебе на рогу нужно здесь что-то? Ну да, но я могу пойти паладином. Ну просто у нас один паладин, это плохо. Одна РСК будет? Да. Изабелла, давай каски тогда всем. Вар там на ап-то покричит. Будем без креста. По хантам-то каску дай. Да, рыба будет, я сейчас поставлю. После звезды рыба справа. Да и мамонт покупайте, там реги, чинитесь. Ешьте рыбу. Воин держит посох, ханты снимайте вступление. Ну, зайдешь, да, зайдешь на протопала сейчас на этого, на подержишь копию. Потом на Халена пойдешь. Ну, на двух боссов, короче. Пойдешь паладином, потом на Халена трогай, зайдешь. Чек на пул. Не пуль вой, только босса без команды, пожалуйста. Ва, кричи на АП. Каску Лили дайте, приз с первой группы. Приз первой группы Лилия, дайте каску. Изабелла, дай каску Лилии, присутствуй первой группы. Войт, начинай. О, да не стойте. Да друж, не стой под мах. Метки в сторону. Между собой метки рейндж набирайте тоже. Отойдите от Войда. На стороне видишь, рожа просто. Тебе, блин. Я сразу вас предупреждаю, Леоник, кто умрет, сразу бежит. Если вы по своей вине умрете. Можно было потом написать на какой спек ролики. Наберите рейндж? Нет. Хорошо. Ой. Дашкин, заходи на портопало, идемте туда. Назовите нас, поставьте шкаф, пожалуйста. Поднимите мага, дайте ему бафы сразу. Если вы даете какой-то баф рейду, и кто-то дохнет во время рейда, игру поднимать, во время боя точнее, вы сразу обновляете баф, после того, как человека поднимают. В бою. Каску, Изабелла, ты тут? Каску дай. И ставят, я вижу, нету каски. На и Филипп С, на Лилии, на Хабе, на Уверенном, на Длинноухом. Нету красных. Пятая группа, хилы, кроме ханта, естественно. Лё, спекайся в Рашама. Ты ж, ну, ты ж, вы сплюсуйте хилом, а потом идете ДД. Если у вас двуспековый персонаж, то нужно писать, когда у вас собирается рейд, вы должны писать плюс Рашам там или плюс ДД. Чтобы Релу было понятно, кем вы хотите идти в рейд, есть ли у вас вообще второй спек. Окей. Сумоньте поклон.
Зерока тут? Зерока, напиши в РК что-то. Да, ты перелогаешься тут. Тебя там поднимают, ты не встаешь. Поклонскому бафу дайте. Баф по поклонскому, паладин 4 группа. Обновите баф. Дадите баф. Ну, хотя бы точечно. Итак. Давай Войд поддержит основу, Дарином первую копию, поклонская вторую копию. Слышали, танки? Хилы вы тоже должны слышать, кто танчит. Войд танчит основу, Дарином первую копию, поклонская вторую. Поклонская, раздай там. Там у шкафа великий, стойте, ну не подходите сейчас близко, я там скулю подальше, не у самой стенки. Не подходите близко сейчас. Тебя не слышно. Валера. Нет, это Валера пропал. А кто какие копии, я не помню. Ты первый, Дарион вторую, ну, соответственно, первую копию, Поклонский вторую копию. Ну, короче, хильте, только стойте сейчас у шкафа, я сейчас проведу босса немножко. Цирк приехал. Паша, беги! Отходите от шкафа. Сюда поверь. Вое сильнее страдания! Иди, шаман, ты сдохнуть хочешь? Идите с рядом с танком со вторым, становитесь, чтобы все хилить. Дарином, надеюсь, ты незыблемость не отдал. Вот сейчас отдавай незыблемость. И кровь, и все, что есть у тебя. Двое сильнее страдания. Давай разведем их, а то сдохнет. Спасибо. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Только по стеночке идите в комнату. Дринон слева, Поклонский справа. Святилище считалось неприступным.
Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жизнью. Давайте на счет три начинаю. 1, 2, 3. Но основной целью врага было... Алекс сразу выбрала достойных. Атакой руководил кровожадный Заритрия. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие... Слуги! Обратите их в пепел! Герои. Мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Сильно сейчас всех танков. Дамажьте сильнее. Забыла, дай капну на ногу. Рашкин, заходи на рогу. Сейчас я врага линию нарисую. Решите после этой линии. После первого ролика. Ставить на кого ВВ получаете не нужно, потому что вы в любом случае получите на того, на кого хотите. Рыба стоит возле звезды справа. Пишите в РК, на какой спек вы ролите. Ешьте рыбу, давайте бафы. Я падал там, дайте мне бафы, обновите ко мне, пожалуйста. Парк. Любом. Причина ап всегда. Изабелла, каски раздавай по всему рейду. Лапу приставал. Сейчас я скажу. На других нельзя роли. Так что ты ролишь на Аршаву, потому что ты и так идешь Аршаву. Ты пишешь, если ты ролишь не на свой спек, не тем, которым ты идешь. Все, понял. Пятая группа — это хилы, кроме ханта. Рассказываю по пати. Первая, третья дамажит в свету на третьей фазе. Вторая, четвертая дамажит во тьме на третьей фазе. По хилам Длинноухи и Куку Вася хилят свет, а Изи Вэй и Чендер хилят тьму. Напомнили хилы? Куку Вася и Длинноухи хилят свет, Изи Вэй и Чендер тьму. Не во тьме сидит, да, Хант? Хант в свету остается. Уверенно, в пятой фазе остаешься в свету. Длинноухи, ты можешь не заходить во тьму, останешься здесь вместе с танком, с Войдом. Можешь не заходить, ты будешь хилить. По диспелам, я думаю, вы там разберетесь. Чендер, подиспелишь тьму, Длинноухи, подиспелишь свет, хорошо? Ага. Вот, лук я себя поставил, раздайте там бафы, кому чем хватает, чек на пул. Заходите за линию. Я не вижу на себе приста бафа и лапы.
Сейчас, да, причем? Ближе звезды не стоим, то умрет. Лута сразу автоматически. Стопнуть в лезвиях, в луже, там еще что-то. Под боссом, под мордой ставить. Да, Ренон, начинаешь захвачивать. О, Войт, начинай. Вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Чендер, да, выкинет. Спасибо. Зероха метка. Зероха метка, выбеги к стене. Зероха метка. К стене беги назад. Не сдохни только в метеоре. Не беги под морды, сейчас умрешь от дыхания. Тринкайся. Стерю, отойдите от босса. Отойдите дальше от босса. Видите, звезда, не стойте ближе. Как чудо. Побежали на ту сторону. А не, стоим. Там метеор выдаст. Оффлорд метку выноси. Сам себя можешь диспелить. Там заходи. Заходим в рейд на другую сторону. В звезду становимся слева от босса. Длинноухий остаешься с войдом в свету. Мэджик нет. Просто назад за спину рейда неси. Блинкаться нужно не к стене, а после диспела. Магом, запомни. Бежишь пешком до стеночки, разворачиваешься у себя диспеля, ты выблинкаешься из метки. А не наоборот. Лезвие внимательно смотрим, двигаемся по звезду. Под морду не подходим. А что ты так крутишь? Летаемся влево. Мах, метка. Левее возьми, влево чуть-чуть. Да, за спину рейда. Влево только к стене беги, а не зигзаги. Возвращайся, молодец. Лезвий нет, не нужно бежать в сторону морды. Просто за спину. Развернулся на 180 градусов, вынес метр. Лезвий сейчас внимательно. Двигаемся за звездочкой, смотрим метр. Перебью 52. Я вижу, купувайся метр. Право беги от лужи, правильно. Выходим. Первая, третья группа, и Ханс, пятый, выходите, портал сзади рейда. Цвету дайте Геру. Дали цвету Геру? Да, дали. Демон, уйди. Уйди, отбылся демон. Во тьме дайте Гер. Метеор там всю тут перебегает. Жабаручка метка. Кто-то длинноухому маны залейте. Мандеран, залей ману длинноухому. Длинноухий мед. Ну что, два друида в свету, а не один. Стоял так без паля, умер, для науки мед. Нет. От фрейма отойдите. Можешь чаржиться в босса назад, после метки. Так и нужно делать. 3% до босса добивать. Ты в лезвие умер.
этот мир... Чешую рольте на мейн. Это на ДД же, да? Да. Вроде вон фул в рейд. Можно. Да, танка чуть-чуть. На оф, на кому-то. Сапоги латные, на холипал. На оф, на жеку. Да, отходите, конечно. Заходите за ИП. Будет это за ИП заходить? Никто не будет, значит, начать слева. ТЛК сейчас будет. Заходи.